Пожилой австралиец Ларри однажды чуть не стал жертвой интернет-мошенников. Я почти открыл ноутбук, но потом запереживал. Таких ситуаций раньше у меня не было. Потом я тут же закрыл компьютер, а дочь сказала: «Папа, это мошенник, остановись». Сейчас Ларри чувствует себя уверенней. Он ходит на специальные курсы, где пожилых людей учат распознавать интернет-мошенничество. По данным Австралийской комиссии по вопросам конкуренции и защиты потребителей, в прошлом году из-за кибермошенников австралийцы потеряли 2 миллиарда долларов США. В основном жертвами обмана становятся пожилые, инвалиды и аборигены. Мы пока не пострадали, но постоянно об этом думаем, ведь поддаться на обман легко. Думаю, просто нужно обладать информацией и быть готовым к отпору. Я беспокоюсь за многих людей, которые, возможно, не так хорошо разбираются в этом, как я. Курсы проходят в футбольном клубе «Аделаиды». Пожилых обучают банковские служащие. Много людей уже пострадали от мошенников. Поэтому мы очень хотим рассказать нашим клиентам и сообществу о том, как действуют обманщики и как от них защититься. Знание – это сила наших клиентов. Поэтому чем больше информации мы им предоставим, тем безопаснее станет их будущее. Такое обучение планируют проводить по всей Австралии.